Здорово, друзья! Сейчас поменяем воздушный фильтр на Омеге. Фильтр куплен уже. Фильтр находится вот здесь, вот в этом коробе. Откручиваем вот этот хомут, скидываем вот эти вот защелочки, крышку снимем, достанем фильтр, новый поставим, закроем защелки, затянем хомут. Шланчик чуть-чуть в сторону. Раз защелочка, два защелочка, три защелочка, четыре защелочки. Одна здесь защелочка, но ее нету. Вот это сейчас скинем, патрубок, и эту вытащим наружу. Да, уже фильтр грязный. Тоже такой же ми-фильтр. Но это еще тот фильтр, который я еще устанавливал, когда Орел у меня был в моем владении. Он уже сколько, полтора года, почти два года простоял. Ну а вот он, новый фильтр, такой же ми-фильтр, вот, одинаковый. Ну, сейчас мы его и воткнем. Так, что здесь? Ну, мусорок, песок есть. Сейчас почистим здесь и этот воткнем туда. Просто выдуем сейчас воздухом или так тряпкой смахнем, без разницы. Ну, просто оттуда лишний мусор удалить можно по-любому. Мусор там не оставляйте. Чем чище будет, тем лучше для автомобиля. Ну, вот так вот вложили фильтр. Вот. Он не квадратный идет, а немножко такой прямоугольный. У него одна сторона больше немного. Вот так вот 24, вот так 26 на 2 сантиметра. Поэтому выбрали нужное положение и воткнули туда фильтр. Все, ставим крышечку. Аккуратненько так, чтобы шланг не зацепить, не порвать. И чтобы он сел в пазы. Вот у него видите, вот этот паз, чтобы он в паз сел по тому коробу. И уже защелкиваем. Аккуратненько заводим. Здесь в пазы вложили в короб. Его сразу видно, когда он сел. Теперь защелочка. Раз. Два. Три. И вот четвертое. Защелочки закрыли и патрубок. Оп, натянули. Хомут затянули. Патрубок натянули, хомут затянули. Отлично, теперь движочек будет свободно дышать. Ну, на этом все. Давайте, до новых видосов. Всем удачи!